Все, ты запустился, мальчик. Хорошо. Да, и мясо. Я же сказал курица. Прекрати меня бить. Ты не бьешь. Че это тут бабочки какие-то летают? С каких-то можно бить, с каких-то нефть. Так это бабочки. Без бабочек, это с жуков. Бабочки ряды, по-моему. Угу. Они то ли делают его, то ли собирают. Правда, ты ее хер поймаешь. Быстро. Ну. И не помню, я на помболосом получается. Курица кайфовая. Сочная получилась такая. То, что надо. Да, я махну. Ты мне один взял или два? Ну, у тебя курица, мясо. Давай. Что, ты теперь не свистишь, что ли? А. Так вот. Оставить тебя, не оставить, не знаю. Получать тебя, не получать. Все дело все равно пока нет. Слушай, а полежала, оно вкуснее. Не, серьезно. Может... То, что оно остыло быстро и остывшим ночью. Сейчас погрели. Хотя пахнет, оно ладно. Еще тоже запах какой. Может это лук так пахнет? Лука я вообще не ощущаю. Мне нравится маринад. Ну сам лук-то не жарили, а в маринаде много лука было. Очень много лука. Да. И чувствуется от мяса лук. Хавчика нету. Там что такое? Конь что ли? Макс, ты эту хатку-то нашел? Бобра? Нет. То, что я там настроила. Ну, я не знаю, что там строил, у меня тут свое. Не знаю, я рядом с водой. А я не с рядом с водой, я рядом с рекой. По-моему, первый. Здесь, по-моему. Так, бьем мы тебя, не бьем, не знаю, 21-й чек. Чуть не знаю, мы за тобой, наверное, не догоним. Пойдем попьем лучше. Я ж тебе, Макс, еще тогда сказала, что я построила. Я бегал к озеру, но там слишком жестко, я оттуда ушел. К какому озеру я... От тебя за 500 метров. И там у озера вообще никого нет. Да, одна из самых там стая гиен была. Не знаю, где ты нашел эту стаю. Вот именно вот. На... Господи, 50 на 50, которое там озеро. Типа того. Там стая гиен была. Не знаю, я не видел стаю гиен. И... А я увидел. Так, и кто тебя. Там дерется? Шипастик вижу. Что, пойдем похаваем? То у тебя что-то хавчика нет. Что тут есть? Подожди. Ты где есть? Тупой, что ли, говорю, жри птицу. Что с вами сделали? Вот тебе еще корм. Их сколько их тут? Кажется, они тебя захерачили.
Второй, третий. Подождем, может. О, давай. Блядь. Чай. А место. Топориком идти. Да я не самой воды, не штуков. Строится на воде. Я построила так перевалочный для себя. Я немного выше получается. Попробую балластом поймать. Красиво, где? Просто вот так иди, скорее всего, найдешь. Поймалась. Макс, надо к нам подойти. Она какую-то фигню распыляет, кстати. Это яд, да, что ли? Она у нас шок сыграет, не знаю. А, замедление. Распыляет. Зря я тебя на атаку поставил, ну ладно. Вроде пожрал. Птичку можно еще захавать. Давай, птичку. Ботинки запишешь. Вот, ну видно. Ну, ешь ее. Че, устал? Я, кстати, по-моему, уже с Максом говорил. Да, но в этот я в твой смог зайти. Побегли, надо попить. Что-то я заблудился немножко. Тоже летаете, что ли? Ты что, застряла? Ой, блядь, кабан. Блядь, глуху. Далеко от нас? Близко. Он за ней бегает. А ты же вроде должен рядом со мной риснуться. Нет, в честь чего? Я уже возле Сони. Мы это место знаем. Я уже дома нашел. 96-й Марилотопс. Нормально такой уровень. Мы вообще с оглушим. Так каким образом ты 96? Я уведу. Какая тебе разница, он убегать будет, если он один. Он не один, их тут трое рядом. А вот его надо остальных как-то увезти. Я что-то качаюсь до того момента, до дубины и до полоса. Макс еще подойдет и... Да я тут построился, я уже не пойду никуда. Господи, да мы за... 500 метров, Макс! И тут самое главное. Ну, так подойди... ко мне. Мы нашли Марилотопса, так подойди ко мне!
меня их много. Мне зачем Мариланд-Топс? У меня тут вокруг меня ходят. Нахер они мне нужны? Просто шестой. Из них можно пить, они собирают траву. Я рад за них. На старте очень даже нужное существо. Не знаю. Так, ты чё, опять всё сожрал? Засранец. Пожор, блин. Нужны его порубить, что ли? Порубить? Неопытно, надо же. Ну, я сама тут прям собираюсь. Чё разлетает? Так, надо дерево собрать. Интересно, мы лошадь с тобой сожрём? Иди сюда. Да, и тут сосуйте. С кабаном. Ну, вообще довольно близко. Блять. Ящик прямо выбросил. Да, я тебя, в принципе, могу. Я вот этого попробую сожрать друг. Куда еще ночь? Этим мы занимаемся. Блин, попить сходить. О, ништяк, бьёшь ты его. Ай, сука. Кабан победил. Кабан вообще вимба. Блять, тебя не прокормишь. Ты, блядь, сколько жрать-то будешь? Придурок. Приборами как-то поднять. Или ты мне сама дубину сделаешь? Дубину сделаю. Ну вот делай тогда дубину, потому что его. Зачем дубину? Бумеранг делай. Так, надеюсь. Кабан пошел драться со стаей Мариланд-Топса. Берется. Они его отпиздят, надеюсь. Хорошо, да. Самого большого. А вот. Бабочку чем приручать? А нет. Мы не приручали бабочку. Где он тут едет? Где солнце? Возле дома. Я пить ходил. Я просто любимку. Ты взял там кусок, который был в шкафу? Ты сделаешь? Нам нужно племя. Ну, с Максом в племя надо до Макса дойти. Я, похоже, вообще не могу ничего делать с тобой. Либо на рис. Дела убежал. До Макса. Ну и ладно.
Ну, кабаны тут вон. Не, молилотопсы были сверху. Мало какой-то. Ой, я сейчас на пути. 16. Вот. Вон еще один подальше. 96-го, мне кажется, тяжело будет. Нам поймать. Ты не понимаешь. Деревьями вообще напряг. 12. О, тигренок. Привет. Будем 16-го брать. Болос я взял в руки, потому что могут быть рапторы. Да, раптора тоже будет лучше. Вперед. Значит, кто-то есть. Бежишь? Вроде 12. Что? Будешь его жрать, кабан? Давно пора было. Светит-то, ничего не видно, блин, за этим солнцем. Блядь, кабан вот прям под носом. Мы не будем жить. Нет, жить понятно, не будем. Все равно, это ты. Мой труп рядом с кабаном. А где вы? У вас что там ценное, что ли, что-то? Блять, он садится. Нет, ценного у нас ничего. Ну а что вам, зачем вам труп тогда? Просто, чтобы там остальное подготовили. Чего вы подготовили? Чего у вас там такое есть в трупе? Я с тобой мясо не нафармлю, ты что-то какой-то чересчур. Ты идешь лутать? Свою ты идешь лутать? Я найду, наверное, оно же светится. Нет. Ну ты сам. Я еще пойду это костер сделаю, чтобы мясо жарить. Не, мы этого ублюдка сейчас заберем, ну, по крайней мере я его забью точно, один на одного. Он может просто не стал убегать, потому что уже дрался. Ну, блядь, а этот остался собственностью этой гильдии. Куришь. Ну, мы его привязываем. Как бы кто остался? А, пукан? Угу. Да, не делай другого просто. Я хочу это. Она убила или бежала? Она где-то возле лагеря. Вот ты его сбежал. А, от кабана, да.
вспомнить. Где он вообще? У воды, вон, застрял. Сука. Подожди, сейчас я приду. Думаю, что если ты это... Ёж. Да я бы знала, с какой стороны зайти брать. Просто побежал. Блин, меня просто на... Я-то есть как-то. Я просто удобно стоял. Ну а я тут причем не на меня лица бился. Куда? Не знаю, просто побежал. Просто он куда-то бежит. Непонятно. Может, у него жизни мало сразу. А эти шипастые драконы, они ловятся волосом? Да, но очень долго приручаются. У меня кремний нет. Рубани, тут камни-то вокруг. Поднимешь. Или уже давно. Руки. Дай мне пару богосов. Я у самой их три. Это нелегко, наверное, делается. Там кожа. Я еще просто не умею их делать. Где-то волков видно. Где волки? Там дальше волк есть. Не вижу, ну ладно. А я их сейчас тоже не видел до этого. Волосы.